Сахарный багет.
радостном давлении положила меня в чай. И я твой сахарный макет, я без соли, без перца. I'm never been lonely. Cause we're so lonely.
Спросил, где твой, я как любил, или мне не рады, жить не больше не рассел, не на ночь усел, не на меня войну, чтобы вас не попасть.
спасибо, друзья. Следующая песня называется «Еду далеко». Песня лирическая. Это дуэт такой. Вот мы будем изображать его втроем. Мы тебя не торопим на лето. С собой, но нету никого.
Спасибо, друзья. Следующая песня называется «Море». Подпевайте. Друзья, молите. Или второй голос. Ну ладно. Я ждал.
смотри туда, как прошел с трудом. Рук твой ласковый, обаятельный, сердце мое. Ты не знаешь слов любви, души подкладки затирают изнутри. Мелькают в танце непривычным каблучки, на дорогочки, на право мальчики. Постой! Yeah.
останется никогда. Смеется.
Oh,
сколько ни дуй, не сдуваются.
местам удаленные миг волны. Вода моя канцона лонтано, dove il mio amore dormiva, dove il sogno sentiva come io le canto ridendo. Le racconto del vento del mare che n'ha preso la mia fantasia, che nel vivo rumore delle onde non la ricordavo.
still talking about my life. So tedious. And I'm still walking so hard for so long. And there's no one to blame. So red when you're walking alone.
You can throw it away, you can do anything. I know the easiest way, to recover your dream, to rebuild it from then, to refresh it by steam, like a wave in the sand, all the magic has gone. But I know it by heart. Александровских, Блоковских, 12 и поэма Юлия Кима «Патруль». Я приглашаю на эту сцену моего друга, сценариста и соавтора этой вещи Германа Могилевского и выдающуюся певицу Дашу Антонюк. Дадим атмосферу. Зима. Петроград. По площади шагает отряд красноармейцев. Впереди отряда на блестящем автомобиле, украшенном красными флагами, гордо едут балтийский матрос Петрука и его друг Ванька. Народ разбегается, граждане прячутся в переулках, на площади остается только группа девушек. Революционный автомобиль подъезжает к девушкам, останавливается, девушки расступаются. Вдруг Ванька видит стоящую прямо перед ними красавицу Катерину. Вдруг спрыгивает с автомобиля и, не отрывая взгляда от Катерины,
сапожки, щечки лаковые, так боки блестят. А что ж глазки, да и не ласковые, в сторону глядят. И куда же это хочешься ты, я там начинать? О, далек ли, вот хочешься ты, совсем раскис. Не выходит у него из головы красавица Катерина. Как же тут революции делать, когда все мысли только о ней? В это время на другом конце города на балкон выходит Катерина. Она вдыхает морозный петроградский воздух, но щеки ее горят, и сердце все не успокаивается, оно стучит и стучит, стучит и стучит. И путь, и надрайный, и
Будьте добры, тема страдания и апатии. Вот и встретились старые друзья детства Ванька и Петруха. Ванька возвращается в трактир, где он прислуживает. На Ваньке лица нет. Петруха за это время и на войне побывал, и в революции поучаствовал, пол мира объездил. А Ванька что, все в трактире сидит, как вошка, он трёшь, а люди его на революции делают. Но старый трактирщик успокаивает Ваньку. Это дело поправимо. Трактирщик садится за фортепиано и поет свою духоподъемную песню. На растянутой резинке перестираны языки. Здесь висят мои пожитки. Погляди, друг дорогой, поиграй со мною в шашки. Все шашки и все домашки запишу я на бумажке своей дружеской рукой. Жена, абажур над столом, белая скатерть. У кого еще в Петрограде сегодня есть белая скатерть? Капитан проходит, снимает со стены гитару, садится в кресло и начинает наигрывать какой-то старинный
кажется, из прошлой жизни романс. Ах, посмотри за окно, тихо сгорает закат. Посмотри, тишина, в старом саду ни души, сердце мое лишь одно, птицы стучится в тиши. Меня как небо лучше, с неба ангелы глядят.
Thank you.
Оскар Чунтонов,
Света Лучкина, Вена Ингрид, Саша Таркунин, Дима Симонов, Юрий Костенко, Олег Нарякин, Салман Абуев, Володя Дедюшин, звукорежиссер. Давайте поклонимся, друзья. Пара песен на бис. И начать мы бы хотели с песни «Подмосковье». Песня, которая на такой сцене совершенно необходима. Ух ты! Это все время так было? Юрочка, возьми, пожалуйста, вот этот инструмент замечательный. Парни. У кого-то за фамилию. Димон, это ты? Что ты нам срываешь из сы? О, вот так и стоит. Можем, Юрочка, да? Ну, давай пробовать, надо все-таки. Thank you.
этого несчастного существа. Вы видели их, наверное, иногда, или, по крайней мере, слышали об них, о них. И на утке. Спасибо!